Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Бога войны. На очереди игра Darksiders и ее главный герой по имени War. Война. Он является одним из всадников апокалипсиса. Огромный, закованный в доспехи мужчина и есть война. Чудовищной силы боец, спустившийся с небес. Дело в том, что крупные города стали местом битвы между силами рая и ада. Размах сражений невероятный. Все настолько плохо, что человечеству даже грозит полное уничтожение. Единственная надежда людей – наш решительный герой. Стиль игры, войну и всех местных монстров придумал известный художник комиксов Джо Мадурейра. В результате Darksiders совсем не претендует на реалистичность. По большому счету, происходящее больше всего напоминает оживший комикс. Яркий, прямолинейный, энергичный и чрезвычайно зрелищный. Нам такой дизайн пришелся по душе. У игры определенно есть свое лицо. Игровая механика проста и понятна. После множества мелких монстров поединки приобретут по-настоящему эпический размах. Многие боссы впечатляют грандиозными размерами, поэтому сравнение с богом войны не случайно. Игры действительно очень похожи, но это не упрек в плагиате. Скорее, очень достойное упражнение на выбранную тему. Еще одно сходство – это наличие несложной ролевой системы. Со временем война будет находить новое оружие и артефакты, покупать умения и комбо. Он обретет крылья и могучего коня, верного боевого товарища. С таким не страшно отправиться в любые приключения и сразиться с любым, даже самым кошмарным монстром. А с монстрами здесь проблем нет. Критики упрекают Darksiders за то, что игра заимствует большинство элементов из других игр и не вносит в жанр ничего нового. Пусть так, но нас такие обвинения не смущают. У этого красочного экшена есть свой стиль, есть несомненные достоинства, среди которых динамичные поединки, шикарные боссы и харизматичный главный герой. Не пропусти.